Они пока только поселяются. Случайно. Ну, мне кто-то случайно сказал, я шел по улице, кто-то мне случайно сказал. Одинокий вечер! И зашел! Сидел! Мне не нравится! Мы на самом деле в театре тоже не знаем, что партнер сделает, да? У нас есть такое качество внимания, которое называется присутствие. И мы как бы можно очень долго играть, да, потому что присутствие возникает, да? Что с вами? Вы лежите здесь один, на пляже. Я вас только что вытащила из воды. Вы были такой красивой, когда тонули. Вы на медузу сели. Она вам к попе прилип. Почему вы без плавок купаетесь? Вы нудист? Я, правда, тоже, как обычно люди, да, вот как на остановке, да, на автобусной. Люди стоят, они друг другу не нужны. Делать, что мы актеры, нам интересно, что сделать другой. Даже если мы будем играть людей, которые стоят на остановке, да. Все равно, ну, да? Что мы нужны друг другу. Нахрен вы мне нужны! И вы мне нахрен не нужны! Не надо я вас! В этом мире никто, никому нахрен не нужен! Никому никто нахрен не нужен! И мы с вами друг другу! И вы мне не нужны! Вы мне не нужны! Вы мне не нужны! Очнитесь! От чего? Очнитесь! От чего? Вы не видите, что ли, этого? Я, может, не хочу это видеть! Но это же так придется! Понимаете разницу? Мне кажется, нам дали воду из-под крана. Но не могли воды нормально дать? А в Екатеринбурге, я слышал, хуже, чем в Питере вода. Хуже. Да. Очень вода плохая. Очень. Что вы вырабатываетесь ли вот это состояние как бы радостного ожидания сюрпризов. А когда вы находитесь в состоянии радужного ожидания сюрпризов, то радужные сюрпризы начинают происходить, потому что наш вот настрой, он формирует. Точно. Вот так и оставим. Вот так. Вот так, да. И это все лечение. Это все лечение. Если вы так трогаете ее, так, она остается белой, значит вы здоровы. Ага. Белая. Белая? Да. Вы здоровы? Нет. Я сказал здоров! Значит, здоров, солдат! Я не болею. Я болею, мне плохо. Плохо? Плохо. Что тебе плохо? У меня неизбывная душевная боль. Неизбывная? Вожу. Да. Вот так делаю? Да. Да. Вот так делаю? Да. Делаете. Делаем? Делаете. Какого цвета? Белая! Белая, значит, нет у тебя никакой неизбывной. У меня есть душевная неизбывная душевная боль за всю вселенную. Как будто я вобрал в себя страдания всего да мира! Нет, все это, нету никаких страданий всего мира! Душевную боль вам плевать на нее! Правду! Перестанете мне говорить, что вам плевать! Да почувствуйте мою неизбывную душевную боль! Неизбывную! Как-то. В таком состоянии нюха находитесь, да? Должна быть вот эта вот
Должна быть такая заинтересованность в партнере, как будто от того, что он сделает или не сделает, зависит твоя жизнь сейчас. У нас не надо выпивать всю воду, дурак! Не надо выпивать всю воду! Мы пока будем драться, у нас с тобой... Все, давай, дай сюда, я покажу тебе, как смаковать воду! Чтобы мне начать самого себя удивлять, мне нужно выйти за пределы своей логики и начать делать что-то, что я... Ну, иногда бывает, что я играю контекст, да, и понимаю, что он что-то меня никуда не ведет. Но я вот доверяю партнеру и надеюсь, что пространство вот подбросит какую-то... Что с вами? Ну что, что, квартира горит, что? Представляете, вот так вот встанешь утром, начнешь яичницу жаришь. И заснешь. Ну, как вы вошли? У меня дверь была открыта. Да. Ну, чё, у тебя была открыта дверь, и двое каких-то мужиков в масках выносили домашний кинотеатр. Ну, я вижу, что мебели вообще нету. Я подумал, что может уж зайти, что-то взять. Но вы как раз очнулись. Состояние, когда... Ты понимаешь, что никто тебя не осудит, если ты сам себя не осудишь. Мы себе все время как бы внутренне бьем по рукам. Вот. Театр приучает человека перестать себя вот наказывать. Так, был я в Англии. Там стоят, ты же знаешь, им двигаться вообще нельзя. Двигаться, встань, брат. А что ты все показываешь? Был я в Англии, а там все вот так стоят. Ого. Потому что ну, им нельзя двигаться. И они стоят такие. Вот, покажи. И подходишь к нему и начинаешь трогать его за пенис. Правильно? Дальше было? За пенис, за гибку его. Оп, оп, а ему двигаться нельзя? А ты его за гибку! Назвался охранником королевского дворца. Будь готов к тому, что каждый проходящий мальчишка будет дергать тебя за гибку, а ты будешь стоять и не двигаться. Мы на самом деле делаем пространство живым. Мы перестаем к нему относиться как к черной дыре. И понимаем, что на самом деле мы ведь все, что мы сегодня играли, мы отсюда играли, да? Мы брали как бы вот из пустоты. Страшно, а потом наступает такой момент, когда нет страха. Ты просто вот, да, ты идеально доверился пространству, идеально. Тебя ничто больше не держит, ты абсолютно свободен, ты можешь что угодно в любую сторону. И вот такой кайф вообще потрясающий, который не может ни с чем сравниться. Все. Давайте поговорим о любви. Кто-нибудь когда-нибудь любил? Не ножку, не маму, а вот так, чтобы любил женщину. Или двух. А такое чувство, когда вот... И это вроде бы уже место, где свет. Это дает легкость, кураж такой, и интересно жить становится. Вообще, просто здорово. Я себя ощущаю свободным человеком. Ты врешь? Да. В жизни есть время, когда... Когда чувствуешь, что живешь. Душа, она вот почему-то не всегда так вот парит. Ради того, чтобы она пропарила хотя бы минуту, стоит жить.